Не все потеряно. Польша надеется на разрешение исторического спора с Украиной в ближайшее время. Как заявил министр иностранных дел Яцек Чепутович, Варшава получила из Киева подтверждение встречи вице-премьеров двух стран. Павел Розенко на следующей неделе посетит Варшаву. На переговорах поднимут вопрос о скандальной поправке к польскому закону об институте национальной памяти, которая вызвала возмущение не только Украины, но и Израиля и США. Между премьером и президентом украинцы оказались на втором месте в рейтинге тех, кто в прошлом году больше всего повлиял на польскую экономику. Список из 50 пунктов составила польская газета «Правда». При этом на первом месте премьер Матеуш Моравецкий, а на третьем Анджей Дуда. По данным издания, в прошлом году украинские заробитчане получили 1 700 000 временных разрешений на работу. Это втрое больше, чем в 2014-м. Украинцы работают в Польше не только в сельском хозяйстве, но и почти во всех сферах экономики.